В микрорайоне «Самолет» завершается строительство двух детских садов. Дошкольные учреждения распахнут свои двери перед воспитанниками в середине января. Объекты образования проинспектировал глава городского округа Владимир Ружицкий. Детский сад на улице Барыкина рассчитан на 120 мест. В нем предусмотрены две ясельные группы. А учреждение на Вертолетной готово принять 250 малышей, в том числе в возрасте до 3 лет. Мы полностью удовлетворим спрос жителей на места в детских садиках. Мы планируем получить на эти садики акты ввода в эксплуатацию где-то в декабре месяце и ввести в эксплуатацию эти садики где-то в середине января, в конце января. Сюда зайдут детишки. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.